Ребят, сегодня приготовим кофе гляссе. Для этого нам понадобится мороженое и кофе. Мороженое можно взять любое, у меня соленая карамель. А кофе лучше всего приготовить черный. Можно, конечно, и с молоком, но не будет этого вкусного контраста. Я готовлю, как обычно, эспрессо. Готово. Чтобы лучше мороженое доставалось, лучше подогреть ложку в горячей воде. Достаем мороженое и опускаем. Кофе гляссе. Кстати, еще одно название такого кофе называется афогато с итальянского языка. Это что-то утопленное в чем-то. Ну, то есть берете шарик мороженого и опускаете его в горячий кофе. В общем, можно назвать афогато. Ребят, это очень вкусно. Пожалуй, один из моих любимых кофейных напитков – это кофе с мороженым. Просто кайф. Когда еще кофе горячий и сливочное мороженое только тается. Очень вкусно.